Готовим вкусный, яркий и сытный завтрак. Соус номер один. Смешиваем творожный сыр, немного сливок и чеснок. Измельчаем. Для второго соуса смешиваем лук, очень спелый авокадо, сок лимона или лайма, немного оливкового масла и творожного сыра. Далее режем хлеб и рыбу. Рыба у меня домашняя, взяла малосольную семгу. Хлеб поджариваем в тостере, сверху смазываем соусами, кладем нашу рыбку и украшаем по своему вкусу. Я использовала каперсы, кусочки лимона, редиса, перепелиные яйца, микрозелень и свежий молотый перец. Друзья, это очень просто, но очень вкусно.